Почему Петербург? Потому что мы в Петербурге живем. А я не живу в Петербурге, да? Ну, я не знаю, вы живете я или не живете. Я живу в Петербурге, но я не поздравляю с вами, Кейт. Ну, не поздравляйте, да. А я поздравляю. Очень зря. Ну, так а почему вы зря. За весь Петербург расписываетесь? Да. Вы можете выражать свою точку зрения так же точно. Дорогая, а? Что? Кто право дает? Никто не дает, сама беру. Сама беру? Да. Так да. Можно и мне самому так взять может, у вас это? Нет, вы, у меня ничего не может. Почему? А мы возьмем руки. Руки уберите. Мы возьмем руки. Руки уберите. Вы ничего не возьмете. Поздравляйте сами, не поздравляйте от Петербурга. Я и поздравляю сама. А вы идите своей дорогой. А ты кто такой? Расставчик! Сука! Сука, да. Вот только так они и могут. Верните, пожалуйста. Хорошо. Вот такие люди Путина поддерживают. Оторвите Петербург и верни плакат. Слышь, ой-ой-ой, какой независимости представляешь? Ничего, ничего. Ой, простите. Вы вообще не спасаете. А за что вы ударили его? Свобода. У вас в мозгах этого нет. Кто вообще это хочет сказать? Иди нахуй отсюда. Нахуй отсюда иди. Чего, Трофей. Орёшь, ты стоишь там. Нахуй посылаешь. Сколько? Куда ты успокаиваешь? Чамар, блядь, ебаный. Счастливая. Сложи на память, а я буду с вами. От России идет, видит руку. Уберите руки. Объясните мне. Объясните мне. Подожди, успокойся. Что? Что? Успокойся. Руки не тяни. Что все руки тянет? Можете без физического насилия ходить? Я и без насилия, я просто плохо. Без насилия, вы с собой человек, смотрите, набираете. Человек схватил меня да. За руку и ждем правоохранительные органы. Физическое насилие. И ждем правоохранительные органы. Он не вызывает. Правоохранительные органы он вызваны. Меня за руку. Человек пытается убежать. Я не пытаюсь убежать. Человек держит меня за руку. Вот на вас заявление человек написано. Держит меня нарушает 54-й федеральный закон о проведении массовых мероприятий. Я не пытаюсь, вы нарушаете. Вы потому нарушаете, что потому что здесь проводится пикет. И а вы подошли. Здесь тоже проводится пикет. Во сколько здесь вы встали? У нас не разные мероприятия. Читайте внимательно 54-й федеральный закон. От того, что вы его не знаете, кровавая Украина. Украина в крови. И вы в крови. Иди воюй тогда. Иди воюй за свободу Украины. Идите, вы воюете в Донецке. Вы тоже не в Донецке. Мы здесь с вами с уродами воюем. Мы с вами воюем. А какой независимой в Украине вы говорите? Похож? Вам гражданин Украины. Хорошо, но вы против независимости, это не важно. Я говорю о том, о какой независимости Украины вы говорите, если Украины больше нет. Потому что там только там сейчас воцарилась американская власть. Ну, это упрощение, большое упрощение. Понятно. Ну тогда упрощайте себя. Как ты, блядь, назвал, сука? Ты как назвал, сука, блядь, меня, а? Я не про вас говорил. Ты сказал, говорят, блядь, сука. Пиздани ему, ёпта. Пиздани, блядь. Батя, пиздани ему, блядь. Подожди, отпусти. Мужчина, уберите руку, давай. Он как больничья ведет. Я нормальный человек, ёпта. Чё ты тут? Дрожай, ты как уразил, как вам. Я здесь, фашистские ублюдки, блядь. Там людей, блядь, убивают, детей, блядь. Да прекратите вы на людей напрыгивать. Вырвите, вырвите. Вот, что мы с ними делаем. О, молодец! Самому даже плохачим вузом! На юго восток поедем! Надо будет, поедем! И вас не сволочей мочить будем! Вы которые шли на мусорили! Вот ваше гражданское общество! Все, что вы можете! Вы только срать умеете! У меня к вам просьба огромная. Вы не можете вот этого человека как-то нейтрализовать? Он лезет драться, очень агрессивно себя ведет. Эти люди нарушают закон. Товарищ старший лейтенант, эти люди нарушают закон. Во-первых, они якобы в одиночном пикете, на самом деле их целая толпа здесь. То есть уже массовый пикет получается. Это нарушение закона, вы обязаны. Если кто-то кого-то ударил, водил полиции. Я не ударял. Не кричите. Да. Не кричите. Как удивительно. Я звоню 02, никто ничего. Не кричите, служба. Я хочу обратить ваше внимание. Вы мне ответьте на вопрос. Совесть есть ли у вас? Совесть есть, а вообще у меня совесть есть. У меня душа болит. Душа болит за людей, которые убивают. А у меня тоже душа болит. Я не вижу, что у вас вообще душа есть. Вы поддерживаете фашистскую хунту. У меня на лбу написано. Вы поддерживаете фашистскую хунту. У меня на лбу написано что-то. Значит, вы сам фашист. Фашист. Вы фашист.
Вы хоть понимаете, что такое фашизм? Что? Как можно не кричать? То есть убитые младенцы, женщины. Это ополченцы виноват, хотя убил их хунта. А виноват ополченцы. У вас вообще что в голове? Ополченцы не убивали. Если вы не знаете, нет, вот молодой человек говорит, что ополченцы виноваты в том, что киевская хунта убивает мирных жителей. Младенцев и женщин. Я скажу, что это вы виноваты. Что значит не перейдем? Именно так он и сказал. Именно так и сказал. Вы сказали, что вина в этом ополченцев. На этом есть часть вины ополченцев. Какая часть вины? Хорошо, если вы пойдете в темный переулок и вас зарежут, мы тоже будем говорить, что на вас часть вины, потому что нечего было ходить по темному переулку. Так что ли у вас логика если работает? Если захватят районный отдел милиции и объявят народного мэра или народного губернатора, так это, какие, так это было в Киеве! Это было в Киеве! Это в Киеве было! Это в Киеве началось! Если фашистская хунта захватит Кремль, наше дело будет его освобождать. Фашистская хунта захватила Киев. Ясно? Захватила Киев. Донбасс борется против фашистов. Который прошел войну. Сволочи, поддерживайте фашистов. Фашистов, ну, уберите руку. Вас нужно повесить. Вы слыхали? Нет, я не могу без эмоций. Согласитесь. Если убивают наших людей, просто так, бомбят градами, расстреливают из гаубиц, как это можно терпеть? Он здесь при чем? Он поддерживает их. Он поддерживает тех, кто убивает. Он поддерживает и говорит, что мы Украину поддерживаем. Он мнение высказывает. Мнение, вот я тоже высказываю свое мнение. Что? Какое мнение? Если вы в Европе выскажете мнение, что нужно сомневаться в Холокосте, вас тут же посадят. Мнение. Гитлер тоже высказывал мнение, что нужно уничтожить. Нужно уничтожить всех людей. Причем тут против или за Европу? Я за то, чтобы Европу не уничтожали. Я за то, чтобы не уничтожали наших людей. Спасите, можете раз вернуть? А? Можете раз вернуть? Почему фашистский флаг? Это флаг Украины. Ты фашистский не трогай, я не тебя. Внимательно. Под этим флагом фашисты убивают. Убивают. Фашисты убивают под этим флагом русских. Вы уроды. Никаких фашистских флагов. Елена, послушайте, они убивают детей. Так, а он заберите вот это, он здесь провоцирует. А потому браки. Вот это он заберите. Не трогайте его. Они убивают сейчас, блин. Я представитель коалиции демократических петербургцев. Израильском консульстве. Я пресс-секретарь коалиции демократических петербургцев. Я вам уже все сказала. А почему везде в социальных сетях и в интернете ты подписываешься? Нигде я не подписываюсь, не надо врать. На израильских форумах. Все, закончен разговор. Почему мы закончили? Почему закончили? Правду. Мы сейчас говорим об Украине. Тут Россия, тут не Украина, понимаете? Белорусская братья. Мы вот этих людей спрашиваем. Вы интересно зафиксировали? Что вы не зафиксировали? Я вам сказал, что вы еще хотите? А почему вы сюда решили, что здесь будет приятно? Руки убери, руки убери. Руки убрала, сука. Пиздец, ты мразь. Спокойно. Не надо. Какая агрессия? Сука, москальская. О! Уберите отсюда, парень. Прыгай. Куда не скачет этот москаль. Давай, прыгай. Ты Галем назвала. Прыгай. Забираем вещи.
Успокоимся. Не надо драться. Успокойтесь. Убивай детей. Меня ударили, я ответила. Самооборона. Какая самооборона? За волос женщина схватила и начала ее таскать. Соответственно, это мелкое хулиганство. На глазах сотрудника полиции причем. Ничего не стесняясь абсолютно. Она меня оскорбила, схватила за руку. Я вас не оскорбляла, вы меня называли бандеровкой меня. Я вообще не знаю, что это за руку. Орали на меня и пытались схватить мою вещь, которую... Вы пытались украсть у меня вещь, у меня в руках был глазок. Может быть, этот мой сейчас инцидент исчерпаем, поскольку прессу желательно не отпасть. И поэтому наших детей там убивают. Я не шантажирую, я жестко вам объясняю. Сейчас с ними беспалец. Схватила женщину. На моих глазах она ее ударила. Я этого не видела. А я видела. А я видела. Вы женщину пишете? Да. Я на полную женщину. Нормально, когда дети убивают русских. Это очень хорошо. Я же стояла со стороны, видела. В отделе полиции напишите заявление. Хорошо. Я со своей стороны визуально видел, как вот данная гражданка схватила за волосы. Я вообще спиной стою. Я не тянула, она говорила, она стояла, она ее не хватала, она меня ударила. С вами пытаются нормально, по-человечески поговорить, спокойно. Это не называется по-человечески. Вы же. Он плак не хочет говорить. Они нападают на людей. Нападают на людей. Вот на этом костре мы будем вас сжечь, предателей. Почему вы не на войне? Майдан не пройдет. Сейчас вы получаете системный проигрыш. Даже ваши все пиар-акции работают на нас. Так что снимайте, показывайте и распространяйте. Немалоуважаемые господа фашисты и те, кто на них работает. Нет, либеральные СМИ, вы мои шахиды. Я обвязываю вас информационной бомбой, и вы ее взрываете. Понятно? Меня BBC будет снимать на этой неделе. Я буду детям Англии говорить, что такое педерастия, что такое лесбиянство и к чему это ведет. Россия готова к вашему Майдану. Ваш Майдан здесь не пройдет. Валите отсюда свою свободную Украину. Так называемую Украину. Нет, либерасты, потому что вот это педераст. Вот это педераст. Вы можете подать на него в суд. Это медицинское слово. Это педераст. Он подтвердит это. Он ЛГБТ. Это гей Камикадзе. Слава ВДВ. Помните? Вы это все слышали. Пишите на него. Пишите на пряжку. Пишите в суд, если это неправда. Пускай пишет. Мы ему предоставим, где он гей, свадьба была вот с этим. Кто там сбегался? Его друг Кочетков. Или кто там? Да, Петушкович какой-то там у него. Послушайте, а это вот вообще ваше дело? Мое дело, чтобы в стране была чистота такая вот, да, чтобы вот эти не вылезали революцию в Украине. Кто организовал революцию в Украине? Педерасты и педофилы? Нет, вот такие же, как вы. Я не знаю, ты троллишь, что ли, меня? Меня зовут Тимур Исаев, теперь другому давай. А вас как зовут? Меня зовут Арсений Веснин. Кто вы такой? Я журналист радиостанции «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге. Я не считаю, что «Эхо Москвы» — это журнал какой-то. Да, я считаю, что это пятая колонна. Я считаю, что это пятая колонна. Я спрашиваю, как вас зовут. Это предатели. Разговаривать с нечеловеками по-человечески я не собираюсь. Вы можете представиться? Это вполне себе по-человечески. Пятую колонну долой из Петербурга! А шестую тоже! Так, милиция сюда! Полиция! Милиция! Милиция! Взял, выпил у журналиста! Мне просто ногой по лицу ударили только что. Вот этот человек! Да он только что ударили. Да ерунда! Что за оговариваешь? Что я оговариваю? Он меня ударил только что ногой в лицо. Ну что за ерунда? Какое лицо? Пойдем. Какое лицо? Они провокацию делают. Они провокацию делают, роняют дипломаты, а потом заявление. Не вывалилось, посмотрите. Нет, это все мое, да. Спасибо. Меня только что вот этот человек ударил меня ногой в лицо, сбил мне очки.
разбил, ну не разбил, слава богу, он выжил планшет и упал микрофон. Вот то, что только что произошло. Я журналист радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге. Могу показать удостоверение. Это их тактика работает. А потом они все бросают. А что вы при этом делали? Почему? Что при этом? Я при этом уже в этот момент, до этого с ними разговаривал, в этот момент я ничего не делал, писал. Перестаньте лгать. Я единственное просил этого человека представиться, назвать его имя, фамилия. Единственное, он этого не сделал. Вы едете? Да, конечно. Пару слов скажите. Я хочу сказать одну вещь. А вы мне ответите. Слава Украине! Героям слава! Спасибо. Спасибо всем. Яков. Слава Нальчику! Полиция! 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 Вы что? Тихо, нападают. Его ударили. На него напали, не он. На него же напали. Все видели, как они напали. Россия! Разрешите обратиться. Майдан не пройдет! Почему провокаторы? Провокаторов соберите! Ваша лозунг «Ножник», кто не работает, тот не ест. Люди работали, сгорбились, да, и умерли так. Мы работали с мужем, и двое детей. Да это последние 10 лет. Это заслуга не Путина. Советское время я жила. Это... Прекрасно. Работали, и все прекрасно. Это заслуга не Путина. Путин – это счастье. Да, да. Вас заплачивают. Да. С чем вас поздравляют? Вот с этим мы с вами уйдем, Марина. С этим мы уйдем, Марина. Прожили жизнь, ничего не стоит. Ничего не стоит. Жалко мне, жалко. Ничего не понял. Смотри, видишь? Я гражданин Украины. Видишь? Отлично. Украины больше нет. Она была. А сейчас она, ее нет, она сгорела. Она сгорела в Одессе, ее расстреляли в Мариуполе. И вы стоите за эту страну, и вы стоите, радеете за это. За фашизм. Она сгорела. Вот давайте не будем говорить то, чего нет. Вернитесь в реальность, пожалуйста. На реальность. Какую реальность? Нормальную, в которой мы живем. До здоровых людей. Какую? Да, какую? Украина раньше была независимой, сейчас она полностью зависима. Вы с Богом. Да, и я девушка. Ну. Фашист пропагандирует фашизм, а вы стоите и говорите гражданам. Расходитесь. Ваше мероприятие не соглашается. Да, все правильно. Полиция. Это же мероприятие фашисты. Люди-то пришли. Одиночные бикеты по закону. Будьте добры. Дадите шпику на трибуну. Отойдите, освободите тротуар от прохода граждан. Берите предателей с улицы. Еще ребята пошли, которые друзья Виталия. А где вы?